Всем привет! Записываю видео, как и обещал, про сокола Балобан. Мальчик у нас красивый такой. Сегодня вышел первый раз погулять на улицу. Значит, приехал он ко мне примерно 2 недели назад, был совсем маленький. Вот сейчас уже прорезается оперение. Хвостик уже появился. Вот. Хорошо кушает. В общем, следующее видео запишу, как он ест. Да. Передавай привет нашим подписчикам. Прикольный такой товарищ. Тоже хрюкает, как и орланчики иногда. Вот, машет крыльями вовсю. Я думаю, что через недельку уже будет летать. Вот. Кушает раза 4 в день по одному цыпленку. В общем, такой классный товарищ у нас. Значит, часто задают вопрос, как отличить пуховичка сокола пустельги от сокола Балобан. Значит, в первую очередь обращаем на лапки. У пустельги лапки желтенькие, а у Балобана такие вот они серые, серо-светло-голубые. То есть отличие основное по лапкам. Так больше не отличишь у них, конечно, такой одинаковый окрас, рост у них одинаковый. Вот, но отличить только можно по лапкам. В общем, подписывайтесь на канал, следите за нашими видео. Активируйте колокольчик. И всем пока. До связи в прямом эфире. Следующее видео снимаю про филинов. Пара филинов у него молодые, у меня молодые пуховички.